Мечтать, конечно, не вредно. И позиция оппозиции, она ясна, она известна. На второй же день после выборов те, которые не вошли в парламентское большинство, постоянно призывают к досрочным парламентским выборам. Ну, я думаю, это естественный политический процесс, политическая борьба. Конечно же, досрочных парламентских выборов не будет, так как нету ни юридических предпосылок к этому, ни социальных, ни экономических предпосылок.